Ребята, всем привет! Сегодня будем делать пуфик вот такой. Пуфик у нас размеры 60 на 40, высота у нас 47 сантиметров. Такие ножки мы примерно подобрали. Вот такой вот вид. И сама ткань. Вот такого цвета. Вот это хороший толстенький материальчик. Примерно где-то 1,5-2 миллиметра. Мокрый асфальт. Ну и поехали. Так, ребят, вот мы напилили по 600 две штуки и по 320 4 штуки. И находим примерные полоски на нашей царге. Вот такие вот детальки. Сейчас мы нарежем их в нужные размеры. Так вот, ребят, нарезали ДСП. Сейчас будем выставлять размеры. Так вот, подрезали детали вот таких размеров. 580 на 120. Две штуки. И еще один размер, 348 на 120, 2 штуки. И находим примерно маленькие речки у меня с остатков, 4 штуки по 120 миллиметров. Так вот, 4 рейки по 120. И теперь берем вот 348 на 120. Берем рейки по 120 сантиметров. У меня 3 на 4 такие рейки. И верхнюю часть мы промазываем клеем. Ставим лёжа, и вот это сверху, выставляем всё ровненько. И берем 40-е саморезы, и прикручиваем. Так вот, заготовили мы две штуки. Следующим образом мы уже вот эти места тоже промазываем клеем. С двух сторон. И следующим образом мы берем 580-ю и уже прикручиваем на это место. То же самое проделываем со второй стороны. И переворачиваем. И сюда же прикручиваем вторую сторону. Получается вот такая вот царга. А дальше мы берем потаечное сверло и просверливаем два отверстия вот в этих.
Шуру мы берем третий холод 10 сантиметров и прикручиваем в это место. Вот примерно должно получиться вот так. Это у нас нижняя часть, на эти места будут крепиться ножки. Ножки я вам уже показывал, самое главное, чтобы отверстия попадали туда, куда нам надо. И вот так вот будет. И следующим образом мы берем рейки по 60 сантиметров 2 штуки, и по 32 берем 4 штуки. Отмеряем размеры, здесь у нас 20 и 40. Берем сверло и просверливаем. Берем эти 4 рейки по 32 и мажем торцы. И берем саморезы 60 размера. И собираем лестницу. Промазываем все это дело клеем. И верно понял. И уже с помощью нашего танка мы закруглим вот эти углы. Вот до такого закругления. И вот такой вот у нас получились углы. Вот такой получился у нас каркас. Он у нас получается как грибочек, со всех сторон выглядывает по сантиметру. И самое важное, ребят, мы переворачиваем его ногами вверх, отмеряем центр. И уже ставим поперечку. Наш каркас готов. Теперь пора собирать пружины.